Всем привет, привет, добро пожаловать в новый влог. Я хотела вам показать, что докупила еще и желтые цветы, вот как раз не хватало такого яркого пятна. Господи, такие мелочи, а так меня радуют. Настроение плюс 100. А у меня сегодня день рождения, и я открыла свой подарок. На самом деле у меня день рождения 26 января, но так получилось, что я осталась без подарка. А моя мама поздравила меня чуть позже, она подарила мне деньги, и я все думала, что же мне купить. И потом я загорелась очками, которые, кстати, тогда еще не были настолько популярны. Я обожаю аксессуары Celine, у меня есть три пары очков, одни из них черные, такие большие, на пол лица, я ношу очень давно, и я крайне довольна ими. А две остальные пары, они тяжеловаты, скажу вам честно, они сползают. Особенно если ты потеешь, например, летом, там, из-за тяжести, они постоянно сползают у меня. Ну, с моим носом у меня так. И у меня есть ремень Celine. И, в общем, когда я все-таки решила, что я хочу еще одни очки, вот именно, знаете, больше как аксессуар, чтобы они были такими нарядными, что ли, не простая форма, как у моих предыдущих, а вот что-то такое интересное, необычное. Популярность на них настолько выросла, что потом их купить было практически нереально. Я уже хотела плюнуть и вообще забросить эту идею, тем более, что в них ходят все, но я не устояла. Я наконец-то нашла их в наличии, добавила немного денег, купила себе очки, которые везде out of stock, в Польшу их не привозили несколько месяцев, как вам? Да, они, конечно, своеобразные, наверное, так, потому что они небольшие, и они не особо-то и будут защищать от солнца, если уж совсем по-честному. Ну, какие они, черт побери, красивые. Кто-то в комментариях там писал, что как кот Базилио, мне все равно. Я хотела очки поменьше, и мне еще больше все равно, что в них ходит пол Инстаграма, и я их хотела еще раньше. Кто ж мог знать, что они станут такими популярными, я, в принципе, люблю очки Celine. Видите, они с вот такими золотыми дужками, ну, чисто, знаете, как бижутерия, как дополнение к образу, но не как защита от солнца. Если вам интересно, где я их купила, расскажу вам. Есть такой портал, интернет-магазин, что ли, называется он Showroom. Это вообще не польский концепт, он где-то там появился то ли в Дании, ну, в какой-то другой европейской стране. Короче, как это работает? Насколько я вообще поняла, что этот, пусть будет интернет-магазин, сотрудничает с разными стационарными и другими интернет-магазинами, и ты заказываешь, и ты без какой-то комиссии, без переплаты можешь получить очки из реального магазина оптики. Например, мои очки приехали ко мне из Франции, из какого-то магазина типа Эллиптик, что-то такое. Вот, но при этом за доставку я ничего не платила, и тоже можно следить, когда они появятся в наличии. В одном из магазинов, с которыми сотрудничает Showroom, я заказывала из польского Showroom.pl, но просто было много вопросов в Инстаграме, где я их откопала, потому что на официальном сайте много где они распроданы. Там появляется 1-2 штуки, и они улетают максимально быстро. Они есть еще и в серебре, и я выбирала между этими и золотыми тоже такой геометрической формы. Классные, кайфовые. Они, кстати, не очень тяжелые. Не знаю, у меня очень хорошее настроение сегодня. И еще, девочки, мне приехала такая посылка. Давайте откроем вместе. Я специально ждала того, чтобы записать это. Это тоже моя маленькая мечта. Даже целых две. Боже мой, какая красота! Каждая деталь настолько проработана, и это картон.
То, что мы с вами сейчас распаковали, это подарок от бренда Polin. Мне очень приятно, потому что я давно подписана на них. Это международный европейский бренд, который специализируется на производстве аксессуаров. И у меня, как у блогера, была возможность выбрать то, что мне нравится. И так как я искала небольшую сумочку именно карамельного цвета, но что-то такое, знаете, интересное по дизайну, мне приглянулось вот это. Она, кстати, есть в размере побольше, в разных цветах и в меховой такой отделке. Это искусственный мех, такая красивая. Я выбирала между той и этой и решила для начала взять вот эту. К ней еще и прилагалась длинная ручка. Это бренд уже с такой небольшой историей. Он был создан в 2016 году, и сумочки производятся в Испании. У них своя технология производства, они используют высококачественную кожу, и я готовлю для вас отдельное видео со своими такими или находками, или новинками, или мастхэвами на осенне-зимний сезон, скорее уже даже на зимний, но это будет актуально и весной, и я очень рада и благодарна. Слушайте, мне так приятно, что такой международный бренд обратил на меня внимание, как на блогера. Я, конечно же, буду показывать вам образы с их аксессуарами. Это вот сумочка, очень красивая. Сюда поместится и телефон, и кошелек, ключи, все что угодно. Можно и в руке держать, как вечернюю, а можно использовать вот как кроссбади, повесив ее на плечо и при этом освободив свои руки. Так как я невысокая, то мне, как мне кажется, больше подошел вот такой размер сумочки, но если вы хотите что-то, куда поместится блокнот, например, там, то можно выбрать размер больше, но у них очень красивые базовые модели и оригинальные. И я уверена, что это не последняя моя сумка, не первая, не последняя сумка от Polin. И я готова и сама приобрести. Мне интересно было, что за качество, но честно, без каких-либо сомнений, могла бы собственные деньги потратить. Это прям очень достойно, как я люблю говорить. Давайте покажу вам на себе сережки. Это, между прочим, латунь, покрытая натуральным золотом. У Polin теперь есть не только сумки, кошельки, там всякие кожаные изделия, но и аксессуары такого плана. Бижутерия. Ну как бижутерия? Все-таки вау. Это латунь, покрытая 24-каратным золотом, мне очень нравится. И они не тяжелые, девочки. Застежка такая надежная, плотненько застегиваются, красиво смотрятся на ухе. И на каждый день, и даже на выход. В качестве подарка на праздники. Супер. Грибы. Попытка номер два. У нас утро, достаточно темно в лесу. И мы предполагаем, что это грибы под названием Magic. Ну, то есть, вы понимаете, галлюциногенные, возможно. Но мы, конечно же, их не берем. Что-то мне кажется, что сегодня опять будут только несъедобные. Я сегодня лучше подготовлена в резиновых сапогах. И в лесу очень приятно, так свежо. Дети дальше побежали. Исследуют лес. У нас четверо взрослых. Какой-то редкий гриб. Так званый муск. Мозг? Муск. И здоровый, так? Барто здоровый. Можно забирать? Я бы не поняла, что вообще. Видите, что? Лек на рака из него робил. Так. Вычинай его. Есть подобный гриб, который называется коралювка, и есть неядальный генеральный. Так, и треба уважать, чтобы не помочь. Смотрите, какой большой. Вау. Супер, не? Подобный до хортензии. Трошки. Видишь, что он не может? Але великий есть. Но. Але чат, Адам, видишь? Тут, зобач, не знаю, что это есть. Але файне. Але сам файне. A przynajmniej takie, których ja nie znam, żeby były jadalne. Przepiękne, no, co? No, śliczne. Mhm. Takie jak machrowe. I tak najlepsze. Wiesz, machrowe. Co, i tak najlepsze znaleźliśmy ostatnio, bo takich po prostu, jak to był jakiś... Co to naszli dzieci? To są kanie, olbrzymie kanie! Ogo! Ignacy,
A kucnij koło tego, żeby było widać, jaki ogromny. Gdzie to ja? Ja to znalazłem. Da, ty naszol. Давайте фотку сделаем. Будем проверять потом. Ты jesteś cały w kanie. Tak. Tam już jadę chyba. Ale Tomek też jest w tym. Игнать, ale... Idziemy. Adam, ci się to... Ale czekaj, daj mi ten, daj. Ale tak красиво это выглядит. Adam, nóż mi daj. Ja mam, chcesz? Dobra. Это наш улов за сегодня. Целая корзинка. Но в основном здесь вот эти большие грибы. Едем еще в одно место, не сдаемся. Смотрите, какой прикол. Там мох или что это такое? Как губка пружинит. В другом лесу уже больше грибов, но тоже пока что все ядовитые. О, вау, чуть-чуть покусанные какие-то. Но все равно есть огромный. Это какой-то не белый гриб, а какой-то боровик. Яки? Яки? Цигластопоры. Цигластопоры. Офигеть. Ну, это уже совсем другое дело. Входишь в азарт. И вот еще нашла. Где они тут? Они, конечно, прячутся. Вот еще один. А какой красавец. Мухомор. Вот зараза ядовитая, но такая привлекательная. Спрятался. Видели знакомых, которые тут как раз пособирали все. Даже белый грибочек есть несколько. Красота. Недавно перевели часы, и теперь так рано темно. У нас всего 7 часов вечера. Такое впечатление, что глубокая ночь. Приходится пользоваться искусственным освещением. Сейчас я хочу смыть всю эту красоту. Внимание, карета превратится в тыкву. И покажу вам, как я пользуюсь своими ретиноидами и в каком состоянии у меня кожа после такого острого периода адаптации. Сразу скажу, что это не для всех. И я делала подробный обзор кислот, ретинола, ретиноидов, как этим пользоваться, кому что подойдет. Давала схемы и... Пожалуйста, бездумно ничего на себя не наносите. И сейчас я переоденусь в пижамку. Хотя на мне такой мягкий, приятный свитер. Я ношу его с преогромным удовольствием. Это Lily Silk. Я показывала вам его. Недавно Игнат так подбежал, прижался ко мне, обнимались. И он говорит, мама, какой у тебя мягкий свитер. Это факт. У меня сейчас есть некоторые новинки, но я, наверное, позже вам их покажу. И... Такой спойлер, грядут большие скидки. Ну что, поехали. Вообще, я люблю смывать макияж в душе, потому что большой поток воды, и тогда нет сомнения в том, что я что-то там не досмыла. И вообще это удобнее, ничего не течет по рукам, хотя я заказала, вот скоро приедут, такие типа как на рукавники для умывания. Мне кажется, это очень удобно. Смотрите, лучше не пользоваться мицеллярной водой, но так как я не в душе, я возьму Эвелайн вот у меня и вытру хотя бы помаду. Она у меня, между прочим, сегодня целый день, я ничего не поправляла. Вот. Это карандаш Эвелайн и пилоуток Шарлотт Тилбери. И я вовсю пользуюсь кремовыми бронзерами, кремовыми румянами от Пайза. Они тоже... До сих пор на месте. При том, что я не пудрюсь. Набираю немножко гидрофильного масла. Точнее, щербета от Beauty of Chosun. Но очень классная. И начинаю растворять макияж. Я хочу вам специально показаться, как это выглядит в период лечения, не знаю, терапии. Потому что финальный итог можно увидеть чуть позже. Но чтобы вы тоже имели представление, как это может быть. Не сразу идеально, но хотя бы нет вот этих забитых пор бесконечно. Знаете, рассказывала вам, что потом образуются такие шишки, которые воспаляются и могут вообще так месяцами меня мучить. Не маленькие, не какие-то там прыщики. Я была бы даже, возможно, ладно, не буду это говорить, но, короче, прыщи быстрее проходят, чем забитые глубоко поры. Гидрофильный щербет мы смываем не сразу. Он должен немножко поработать на нашей коже, для того, чтобы все реально растворилось. Смываем летней водой. Как видите, я панда. Поэтому обязательно... Буду умываться еще и гелем. Это тоже Beauty of Chosun. Несмотря на то, что он немного пенится, девочки, он все равно не стягивает кожу, не пересушивает ее и совершенно не жжет глаза.
брови. У меня такой термоядерный гель для волос, которым я укладываю брови, что смыть его, знаете, не так просто. Как видите, глаза у меня не на выкате от этого геля. Вот. И тушь тоже смывается. Умываемся еще раз. Даем лицу хорошо просохнуть, не только от полотенца. Вообще, подождите несколько минут, прежде чем будете наносить ретинол или ретиноиды. Вот что я имею после адаптации к дифферину. Я уже не красная, я не облизаю, я использую его каждый день. Это ретиноид, ретиноиды, ретинол нельзя беременным, кормящим и планирующим беременность. У меня периодически еще появляются какие-то прыщики. Вот сегодня утром обнаружила здесь и где-то там на лбу тоже. Осторожно убрала и все, ничего не делала, они сами по себе заживают, и они проходят очень быстро. Ну, там завтра, может быть, еще будет корочка, потом она отваливается, и никаких красных пятен не будет. И знаете, ПМС сейчас выглядит совершенно по-другому. И раньше у меня было так, что обязательно появлялись какие-то более серьезные воспаления, которые я в итоге лечила бы еще две недели, а то и месяц. Бывало по-разному. Теперь смотрите, на губах у меня уже вазелин, он такой розовенький, но цвета как такового не имеет, он просто приятно пахнет розой. И что мы имеем после адаптации к дифферину? Лицо более-менее чистое, и самое главное, что у меня не появляются жутко забитые поры. Думаю, что через полгода, я очень сильно на это надеюсь, что будет вообще супер. Под глаза я нанесу остатки крема. Я решила, знаете, подобивать все, что у меня есть. Это Хеймиш. Я не очень сильно его люблю. Ну как, на ночь супер, но именно под макияж он почему-то не работает ни с одним моим консилером. Все на нем комкается. Я сейчас нанесу его побольше, но вообще я пробовала по-разному, поверьте мне на слово. Типа там и мало, и много, и по-разному, каждый раз одно и то же. На этапе адаптации к ретинолу, к ретиноидам можно наносить на крылья носа, под глаза и на губы вазелин, причем так обильно. У меня уже это прошло, поэтому мне вполне хватает крема. Теперь наносим ретиноид. Берем его маленькую горошинку. Он достаточно плохо распределяется. Он такой, типа, как сухой, очень быстро впитывается. У меня не крем, а гель. И поэтому не зеваем и распределяем. Так плохо тянется. Но что поделать? Несмотря на то, что мои самые проблемные места – это вот эта область, иногда лоб, но зачастую именно по периферии щек, поэтому я как-то концентрируюсь больше на этой области. Ничего не вижу, девочки, как обычно. Вот, собственно говоря, и все. И я напоминаю вам, что это не антивозрастное действие. Это скорее от забитых пор, от акне средней легкой тяжести при очень больших проблемах с кожей. Все-таки идите к дерматологу. Я заказываю на iHerb, потому что там без рецепта, я вам говорила. Но за таким мощным, наверное, все-таки третиноином в небольшой концентрации я отправлюсь к доктору. Самолечением я побоюсь заниматься, и вообще я его просто-напросто здесь не найду без рецепта. Хотя у меня, конечно, бывают бешеные идеи. Ну и, как видите, я нанесла его на голое лицо, потому что адаптация прошла, и я не превратилась в помидор. Теперь нам нужно подождать полчаса, чтобы это все поработало, впиталось, и только потом наносим ночной крем. Я опять-таки повторяюсь, что это не начальная стадия использования, раньше было больше прибамбасов, но, честно говоря, я не знала, что из этого получится, и тоже были какие-то сомнения, пройдет ли все гладко, вообще к чему это все приведет, поэтому я даже не снимала и смотрела. Что происходит со мной, с моим лицом, не отвалится ли оно в итоге. Не отвалилось, как видите. И, ну, потом сделаю еще апдейт через пару месяцев. Посмотрим. Посмотрим вместе. Прошло уже, наверное, минут 40.
И теперь я добавляю крем от Opal. Можете взять любой, без запаха, какой-то восстанавливающий, супер базовый. Беру побольше. Так неудобно делать что-то без зеркала. Но зато здесь я могу поставить камеру. К косметологу я все-таки хотела бы, девочки, сходить. Я не знаю, когда мне можно будет сделать биоревитализацию или HydraFacial, что-то типа такого. Это супер процедура, правда, мне очень нравился эффект. Не сразу, а типа там, когда происходит вот это обновление клеток, где-то через месяц. Тогда кожа вообще такая сияющая, она как наполненная, более бодрая. И у меня, помните, какое-то время тому назад, мой год назад, я удаляла себе лопнувшее, как это, начинку, как это по-русски, лопнувший сосуд под глазом. И я удаляла его уже дважды. И так как вы писали, что все равно возвращаются. Удаляла я вот здесь на крыльях носа несколько. Тут один вернулся, может это новый. Я не знаю, уже задолбалась. Может не стоит играться, если ничего не помогает. Я без понятия, ну сколько раз это нужно сделать. Это довольно дорогостоящая процедура. Напишите, как вы с этим справлялись. У меня почему-то именно в нескольких местах есть проблема. Но, может, да, буду у врача и спрошу, может, как-то надо укрепить сосуды, что ли, что-то пропить, без понятия. Но одним лазером у меня, к сожалению, не обошлось. А теперь я отправляюсь вниз. Сегодня не я вечером выгуливаю собаку, слава богу, поэтому могу себе позволить ходить с раннего вечера в пижаме или в халате и без макияжа. Девочки, у меня сегодня настроение поболтать с вами. Отдельное разговорное видео снимать не хочу, но думаю, что где-то во влоге это появится, потому что тема важная, актуальная, модная и популярная, но достаточно опасная. И я все-таки выскажусь, поделюсь с вами своим печальным опытом, который был со мной лет, наверное, 16 тому назад, просто потому что тоже на волне вот этого хайпа подружка подговорила, а сейчас в эре блогеров это вообще выходит за рамки какого-то здравого смысла, но все-таки очень сильно может повредить наше здоровье. Мы недавно обсуждали это с подружкой, также буквально вчера я получила сообщение в директе в инстаграме от своей зрительницы, она спрашивала меня, где купить лекарственный препарат, который сейчас модно использовать для похудения. Речь идет об Оземпике. Оземпик, я не знаю, как там правильно ставится ударение, и так как в моем окружении тоже есть знакомые, которые принимали этот препарат, и давайте, наверное, я тоже так по верхам пройдусь, но я думаю, что суть вы и так уловите и вынесете для себя самое главное. Дело в том, что есть часть блогеров, которые достаточно резко похудели, и что они там делают со своим телом, со своим здоровьем. Вот мне абсолютно все равно, но до тех пор, как они начинают это транслировать на большую аудиторию. Это часто или полумиллионники, или миллионники, и они не стесняются не просто рассказывать об этом, но еще и потом продают, например, курсы для похудения или рассказывают свою историю похудения. Кто-то говорит, что он пользовался Оземпиком, кто-то нет, но в любом случае это как обман, мне кажется, и самообман в первую очередь. Что это такое? Это лекарство для диабетиков, насколько мне известно, побочным эффектом которого является снижение аппетита и, собственно говоря, похудение.
И я услышала об этом лекарственном препарате, он действительно продается по рецепту, и как-то полтора года тому назад на одном из дней рождений мы сидели в большой компании, не буду говорить, кто это, но это не очень как бы тогда близко знакомые мне люди, да, и один мужчина, старше меня, говорит, что а я за последние два года скинул практически 50 килограмм. Я обалдела. Он показал фотографии, я реально его не узнала бы. И он рассказал свою историю, что у него проблемы с весом с самого детства, это тоже и психологические моменты, неправильные привычки питания. Вот. И когда он пошел и сдал анализы, он понял, что он просто умрет от какой-то из болезней, которую он получил, собственно, из-за избыточного веса. И он занялся своим здоровьем. В конечном итоге он попал к очень известному эндокринологу в Польше. И с ним тоже работает целая команда, с этим врачом. Это не только эндокринолог, это и диетологи, и тренеры, которые постепенно приводят в норму вообще все показатели организма, также корректируют питание, постепенно вводят тренировки, потому что когда это вес 100+, то ты не можешь заниматься по обычным тренировкам, потому что ты угробишь свои суставы, свое сердце и все остальное. Последствия могут быть плачевными. Поэтому при действительно избыточном весе и сахарном диабете это лекарство назначают врачи в Польше, и в таком случае цена на него то ли минимальная, то ли значительно меньше, чем, например, если покупать просто так. И этот лекарственный препарат продается в уколах. И его там колют, ну, в зависимости от того, как назначит доктор. Сначала это одна дозировка, потом ее как-то корректируют, но тут важно понимать, что человек болен, у него и избыточный вес, и самое главное, сахарный диабет. Он действительно пациент. Но, несмотря на это, еще полтора года тому назад его предупредили, что препарат является экспериментальным, и ничего гарантировать ему не могут. Ну, то есть, что действительно вес уйдет. Они говорят, что этот препарат, ну, тогда, во всяком случае, так было, он еще не до конца изучен, и непонятно, какие побочки могут быть спустя годы или вот совсем уже послезавтра. Тем не менее, у него были проблемы со здоровьем, он на это пошел осознанно, и он шел к обычному нормальному весу на протяжении 2 лет, и для него это было, скажем так, одно из решений его проблем со здоровьем. Но тогда наш знакомый не называл название этого препарата. Он просто рассказал свою историю, и так как меня лично это не касается, несмотря на то, что мне всегда хочется скинуть пару-тройку килограммов, я вообще не стала копать в эту степь, потому что я не пациент для этого лекарства, и тем более самой себе назначает что-то такое, но мне кажется, это просто верх какого-то безумия. Потом Оземпик стал популярен среди звезд, причем они перестали стесняться называть, чем они пользуются, для того, чтобы быстро прийти в форму, быстро похудеть перед важным мероприятием, просто скинуть вес. Ну, знаете, это очень просто, это без напряга, и все равно, что там будет с моим здоровьем. Прошло время на прогулке с мамой, у которой ребенок болен, у него не просто избыточный вес, у него гормональная проблема. Я сейчас могу неправильно что-то сказать, но у него отсутствует что-то, что отвечает за ощущение сытости. То есть ребенок не знает меры, и он ест, 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 в итоге он переедает, если это не контролировать, у него болит живот, и это бесконечный процесс. Если постоянно, вот знаете, как-то заниматься с психологами, объяснять что-то и так далее. С одной стороны, это работает, но ребенок постоянно чувствует себя голодным,
Они проверялись во всех возможных клиниках, ну, может, не во всех, но в очень многих в странах Евросоюза, и всегда выходило одно и то же, и это с рождения. Возможно, он перерастет, возможно, будут какие-то лекарства, но они пробовали все, то есть и психотерапевтов тоже, потому что когда ты чувствуешь себя голодным бесконечно, то у тебя включается агрессия, и ребенок тоже не особо хорошо спал, но, в общем, они занимались этим вопросом буквально с рождения, так как избыточный вес наблюдался вот буквально с ранних дней, он постоянно был голодным. Они тоже попали к этому врачу, который ввел вот этого другого нашего знакомого, только уже взрослого. И им сказали, да, мы можем попробовать, но опять-таки предупредили, что особенно в случае детей это тоже экспериментальное использование. И мало того, что взрослый, что ребенок получил помимо этого лекарства еще и просто целую таблицу Менделеева того, что нужно принимать для поддержки организма во время использования Оземпика. Ребенок получил маленькую дозировку для того, чтобы его не травмировать. Ему кололи этот препарат ночью во время сна, и была положительная динамика, но также начали страдать как бы другие какие-то органы, и поэтому они все-таки решили от всего этого дела отказаться и пробуют лечиться разными другими путями и методами. К чему это все? Сейчас многие блогеры показывают, как они это колют. И они это делают не потому, что у них сахарный диабет, возможно, это какие-то гормональные проблемы, тоже я не знаю. И они действительно тают на глазах, пропадает ощущение голода, и, соответственно, многие девочки вот просто в идеальной форме, но не посредством тренировок, не посредством правильного питания. У меня ко мне тоже есть претензии к тому, как я питаюсь, к тому, как я живу и так далее. Но я никого не учу, тем более не делаю этого за деньги, как правильно худеть, приходить в форму. Конечно, я рассказываю о том, что там, не знаю, я занимаюсь тренером, потому что у меня такая проблема. Я иду делать операцию, ушивать свой диастаз и рассказываю, какие варианты решения есть, но это не значит, что я кого-то к этому склоняю. Лично я считаю, что это полезная информация, и если кто-то там решает сделать себе какую-то операцию или колоть что-то, пожалуйста, но транслировать это на большую аудиторию, не осознавая того, как можешь повлиять вообще на какую-то нестабильную психику, на людей, которые подвержены вообще верить всему тому, что говорит блогер, и не осознавая того, каким последствиям это может привести, вот использование Оземпика, например, да, такие люди есть, поверьте мне, и их много, и они бездумно просто покупают все то, что советует блогер. Вот. И я вам хочу сказать, что я тоже наблюдаю за девочками, которые прилично скинули вес, а кто-то уже неприлично, потому что это, знаете, вот такая уже болезненная худоба, и вот не зря говорят лицо после Оземпика. Они все очень друг на друга похожи. И после беседы с мамой, которая решилась на использование Оземпика в случае ребенка с болезнью, еще раз скажу, она говорит: Оля, ты что, только проснулась? Говорит, у меня очень многие знакомые уже это попробовали, и все плевать хотели на последствия. Кто-то худеет, на кого-то это действует, на кого-то нет. Кстати, да, есть люди, которые не худеют от этого Оземпика, но часть из них, так как он на слуху уже там несколько лет, наверное, или может полтора года приблизительно, потом обращались с проблемами с почками. Как минимум, у каждого своя история, свой организм. И девочки, я вас очень прошу не заниматься такими делами, потому что это лекарство. И все вот эти таблетки для похудения, я сейчас готова рассказать вам свою историю, о которой не знает даже моя мама. Я думаю, что ей будет немножко обидно и неприятно то, что я сейчас озвучу. Но пусть
мой пример вот такого бездумного использования чего-то хотя бы заставит вас задуматься, а надо ли оно вам. И я очень хотела бы, чтобы вы отказались от использования каких-то таблеток для похудения, тем более лекарственных препаратов, которые ты, блин, колешь в себя. С чего бы тут начать? Конечно, с детства, но это совершенно другая история. Я, в принципе, была таким ребенком, таким человеком, который старался быть хорошей девочкой. И я была крайне зависима от мнения других о себе и очень больно воспринимала критику от близких мне людей. И особенно ранило то, когда тебе прямо в лоб что-то говорили. И в определенный момент я услышала, что я толстая. При том, что я никогда не была вот прям, знаете, плюс сайз, да, у меня иногда было там плюс-минус 5 килограммов туда-сюда, я невысокая, и это, конечно же, заметно на мне, но даже сейчас, например, я спокойно могу надеть джинсы, которые я носила 15 лет тому назад, не стрейчевые, самые обычные. Были периоды, когда я весила и 45 килограммов, но это было нездоровое похудение, это был очень сильный стресс, и да, я начинаю таять, когда я сильно переживаю по какому-то конкретному поводу, это операция, это потери близких, ну, у нашего ребенка была операция на сердце, я молодая мамочка, болел папа, и я действительно очень-очень сильно нервничала, и я таяла на глазах. Ну а так мне приходится постоянно немножечко так корректировать свое питание, то есть не налегать на сладкое, на булки, на мучное, не есть поздно вечером. Я могу это сделать, но не каждый день. Иначе я действительно начинаю набирать вес. Но я никогда не весила больше 55 килограммов, но 55 это было сразу после родов. И тогда я прям ощущала, что я не помещаюсь в джинсы, там я не могу носить свой привычный размер. И я шла рожать ребенка в весе, ну, одного, у меня был вес 61, а второго 62. Ну, то есть я выходила там 55 килограммов из роддома. То есть как такового прям избыточного веса у меня не было. И я, конечно же, видела, что я где-то там набрала несколько килограммов. И когда я услышала, что ты толстая, срочно что-то с этим делай, мне было очень обидно. И опять же, в моем окружении тоже была подруга, которая говорит: слушай, сейчас такие популярные недорогие таблетки для похудения, давай купим одну упаковку на двоих, разделим. У меня подружка похудела, просто обалденно. Но знаете, молоде и дурне, как сказал бы мой папа, Господи, он бы, наверное, меня убил, если бы узнал, что я такое вытворила. И мы действительно купили эти таблетки для похудения. Хрен их знает, как они там назывались, это было очень давно. И ты вообще не чувствуешь голода. То есть ты ходишь, и тебе все равно. Потом ты начинаешь порхать, ты постоянно бегаешь в туалет пописать, извините. Что, естественно, то не безобразно. И очень круто, потому что спустя неделю все мои джинсы начали с меня слетать. Буквально я увидела, как у меня вот так впало все лицо. Я очень быстро начала терять вес. И так как мы купили одну упаковку на двоих, целый курс мы не пропили. Прошло какое-то время, я старалась там уже не особо есть, где-то по четвергам я голодала, и вес там более-менее удерживался. Ну, может быть, воды я поднабрала, ну, как бы все равно там свои 3 килограмма, от которых я хотела избавиться, я потеряла практически безвозвратно. В какой-то прекрасный момент я мыла голову, мне было лет, наверное, 19, девочки, может, 18, ну, то есть это до 20 точно. Я наклонилась помыть голову, а у меня периодически хватало спину. И я просто не смогла как бы выровняться. Я позвала родителей, и потом я поняла, что у меня температура. Короче, я загремела в больницу с почками.
И тогда у меня все спрашивали, и тетя, и родители, и доктора, ты принимала что-то для похудения? Нет. Я понимала, что я делаю плохо, но меня настолько ранило то, что мне сказали, что ты толстая, и плюс, ну, я не могу сваливать свою вину на кого-то другого, я же с подружкой сама купила этот препарат, но, вы знаете, не вдаваясь в психологию, это был просто настолько дурной поступок, и когда мне сделали обследование почек, они говорят, слушайте, ну, у нее практически отказывают почки. Меня откачивали неделю. Я неделю лежала в больнице. И тогда мне доктор сказал, что больше никогда не пей то, что ты пила. То есть они поняли. Конечно, они, наверное, не стали развивать эту тему при родителях, да. Был бы просто сумасшедший скандал. Я думаю, что моя мама очень сильно обидеться на меня, что я не сказала, и что я решила этим поделиться. Но, девочки, пожалуйста, берегите свое здоровье. И вот этот Оземпик, и любые лекарства для похудения, ну, правда, оно того не стоит. Есть столько методов. Если у вас действительно большой вес или у вас гормональные проблемы, не ищите решения ваших проблем у блогеров. Идите к докторам. Если у вас 2-3 килограмма, ну, пересмотрите свое питание. В конце концов, обратитесь к нутрициологу, к диетологу, займитесь спортом, если ваше здоровье вам позволяет. Я вот сейчас сделаю операцию, восстановлюсь, и потом как бы буду делать больше кардионагрузку. Мне наконец-то можно будет бегать, прыгать и подолгу ехать там или на этом велотренажере, или на велосипеде, потому что сейчас у меня очень сильно страдает спина, мне многого действительно нельзя делать. Живот не работает, страдает спина, и у меня после вот этого случая, девочки, в голове никогда в жизни больше не возникала дебильная идея, я по-другому сказать не могу, взять какую-то волшебную пилюлю, лишь бы скинуть вот эти проклятые килограммы. Это при том, что мне они мешают. Я хотела бы тоже скинуть там 2-3 килограмма, чуть подсушиться. Но после этого, поверьте мне, желание отпадает навсегда. И, наверное, пока ты не вляпаешься аж так, ты этого не осознаешь. Но пусть вы, вот зная, какая я тупица, что я такого натворила. У меня чуть не отказали почки. Вот задайте себе вопрос, готовы умереть во имя красоты? Ну, мне кажется, оно того не стоит. Жизнь настолько прекрасна, есть столько более безопасных вариантов, есть столько врачей в конце-то концов. Я очень хочу, чтобы из моих видео вы выносили не просто опыт использования какой-то косметики. Конечно, в основном я рассказываю об этом, и есть что-то, о чем я не готова говорить, о чем не могу говорить. Что-то мне приходится самой прорабатывать, осознавать свои ошибки. И периодически я буду стараться делать и вот такие разговорные части влога или просто отдельные видео для того, чтобы вы хотя бы задумались. Вот, потому что каждый сам набивает свои шишки, я прекрасно это понимаю, но если я достучусь хотя бы до одного человека, который думал тоже пойти по легкому пути, я буду очень рада. Что думаете вы на этот счет? И на этом я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.